Итак. А, да. Логично. Ты дотянулся? А, нет. Не, просто через верх. Значит, так, дальше по заданию. Да, нам надо идти. Так как? Идите нахуй. Здоров. Спасибо. Подожди, я не сюда иду. Много, слишком. Он домой будет, блин, постоянно ходить? О, всё. Ты цветок забрал тут на корабле? Да. Это ты как это? Я давно на него этот талисман поставил. А чё, ты его не добивал? Я думал, они встретятся вместе когда-нибудь и все. Смысл это? Прям ты ждал, да? Потому что они в разных районах были, нет? И что? Давай. Он последний. Сэры, тут будет весело. А, и чё мы? Стреляем, пси-пси-пси. Вон же тут проходит. А, снайпер. Да, с снайперами лучше сейчас покончить и все. Есть еще? Есть у меня тут. Все. О, а как они поднялись, погоди. А, тут лестница, оказывается, есть. Наконец-то я могу спрыгнуть. Или нет? Да. А вот сюда.
Кто меня заметил? И что ты мне сделаешь? Так, смотри. Да пошел ты! Что, развернулся и он тебя убил? Да нет, там другой резко повернулся, вот именно. Вот второй повернулся не вовремя. Ну тут возрождалка, типа, нет далеко. Не понял, а как тебя не убило? Смысл? Он в тебя прям стрельнул. Еще до того, как ты вообще двигаться начал. А он меня не стрелял, он просто. Он что-то типа посмотрел и думал, он хотел рок типа использовать, но не использовал его. А он у меня он стрельнул в тебя. Прям точно попал в тебя. Ну я верю тебе, верю. Блин! Чего? Хотел совершить убийство снизу. Там же есть, по-моему, достижение такое, совершить убийство снизу. Более я не видел его. Так, ну, блин! Долбанная лодка. А, придумал. Придумал. Как там, на что колокольчики? На... Да, V. А, выполнить убийство на краю. Ладно. Чё, я осталось двое? А я в кустиках прячется. Уйди. А ты его просто бить не мог? Нет. Я хотел, типа, он, кстати, показывает, типа, какое расстояние ты, типа, на каком расстоянии. Ты просто, ну, типа, он тебе показывает, есть что, типа, ты можешь это использовать, он тебя не видит. Он видит дракона, который его атакует. Отлично. Да, ну ладно. Хобана. 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 Ты? Не ты. Это еще значит это... Нет. Что, надо идти. Пошел ты. Ага, все, понял. Так. Ну, давай, давай. Сюрприз! Да, да, конечно, прям идеальное место. А, ну вот, ну типа не возродило, все тебя, вот на тебе. Иди. Ты можешь сразу запрыгнуть наверх. А, ты сразу убил этого. Да ты пошёл! Ну... Ну и ладно, похрен сдохну, давай. Да я ничего не говорил, меня больше удивило, почему он уже тут. И кого он увидел?
серьезно. Уйди на нахер. Успеешь левого? Надо убрать руку. Еще уходи. Он идет сюда. Минус. Сейчас справа так. Задолбала анимация. Ну. Я заколебал то, что я не могу убить человека просто. Ладно, хотя бы того. Чё за хрень? У меня остался один. Да, нет. Не-не-не, я наверх хочу. Нельзя прям вообще, ни в какую. Вам отказывают. Ой, я под этим. Ну, я рад за тебя. Как бы, у тебя рядом там... О, свиток. Я уже, кстати, давно не смотрел свиток, где они. Я убил этого. Только не упади! Им плевать! Или у тебя все ранее не, он не упал? Он не упал, он не упал. У меня он просто прям на них упал.
А, с той стороны? Угу. Наверху, да, получается, или снизу? Не-не-не, снизу. А, тут еще разбить можно. Это чтобы пройти дальше. Не, ищем легкую академию. А какой бы еще навык прокачать? Давай на большем расстоянии скреплять. У меня осталась еще одна способность и все. Блин, а, ну давай. Бей троих. Ты сейчас как-то? Я здесь еще, я живой. Не, ты просто в угол какой-то забился. Если что, жив. Ну я рад за тебя. Только то, что мы тут, вот меня не радует совсем. Это нормальное место. Ну да, ладно. Здесь можно подняться наверх. Я уже забрался. Не-не, именно прям наверх. Что ты сделал? Просто прошел мимо. Да это шел ты. Прицепить на у кого-то хотел. Он не прыгает нормально, когда нужно. Ты, может, смотрел, может, на них вот эти сферы были, которые мешают? Он вообще не должен там стоять был, ты на них напал не вовремя. Пробежать. Я не нападал даже на них. На них тебя увидели. Блин, охрененно, и чё я делаю с вами? Колокольчиком постучи и всё. Это у меня залагал, видимо, ну как всегда. Сейчас еще и она убьет, это будет вообще прикольно. Че, все?